Ох, отлично. Все, селедка наша, ребята. Ха-ха-ха, я всю селедку съел здесь. Отлично, отлично. Все, селедочка теперь наша. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Оу! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем продолжать играть в игру Tasty Blue. Так, ну что ж, ребята, давайте продолжим. В прошлый раз мы уже с вами, смотрите, аж куда дошли. Ого-го, сколько уровней. Так, ну что ж, давайте продолжим нашу замечательную игрушку нашим замечательным дельфинчиком. Так, ну что ж, у нас здесь уже... Посмотрите, ого, посмотрите, сколько здесь уже этих... самолетов, вертолетов и ракет. Мне надо истребителя словить, ребят. О, да, съел. Ну, уже 21 метр в длину, ребят. Это просто так далеко. Мы такие маленькие, потому что камера так далеко снимает нас, да. Отлично. Фу-фу-фу-фу-фу. Да-да-да, ребят. Нам уже... О, 32 метра, ребят. Растем, растем, однако. Так, круто, круто, круто. Так, теперь нам надо обязательно... Ой, за... блин. Я 32 был. А теперь... А теперь я... Старый. Ой, быстро, быстро, ракета, ракета. Тяжело вас ловить, да? Ох, два сразу съел кого-то. Вот, да, вот. Вот так вот легче намного. Вот, они уже большие. Чернавые мехаем из кораблей. Ох, мы уже можем таранить корабли. Съели. Отлично. Так, ну уже 53 метра, ребят. Посмотрите, какие мы просто огромные. За нами тут истребители. Реально, реально круто, короче. Так, все, что нам осталось сделать, дорогие друзья, попросту плавать всех. И не пропускать. Так, что ж такое там? Вот, следом. Вау, дайте я словлю кого-то. Все, отлично. Еле два штуки. 59 метров мы уже. Длину, ребят, нам нужно больше съесть. Больше съесть разных вот таких вот. Короче, самолетиков. О, теперь я понял, как их посмотреть. Это намного легче. Все, ха-ха-ха. Ох, вы видели? Вы видели, ребята, мы съели только что два танкера. Вот это круто. Вот это да, вот это я понимаю, пошел бой. Так, кто тут меня толкает? Так, мне нужно собирать маленькие рыбок. Мы опять стали малюсенькими. О, там рыба-игла, ребят, рыба-игла. Она меня сразу съест, наверное. Да, да, она за мной гонится, ребят. Рыба-игла, это что-то очень страшное. Давайте будем расти, чтобы она... О, мы можем уже 7 рыбок. От рыбы-иглы надо убегать, потому что она нас с легкостью может
Проткнуть, рыба-меч, проглотить и съесть. Мы можем гусей, ребята, кушать. Отлично. Или это пеликаны? Пеликан, пеликан. Отлично. Так, мы, короче, уже, смотрите, мы уже 1 метр и 60 сантиметров. Мы уже можем наверняка кушать больше, чем до этого. О, мы уже можем кушать некоторую селедку. Это акуленки такие, ребят. Но рыба-игла до сих пор на нас ведет охоту, так что давайте как-нибудь будем аккуратненько. Потому что это просто не шутки, ребята. Нас могут проткнуть, и мы можем оказаться на самом последнем месте. Ого, сколько мы травим, ребят. О, смотрите, ребят. Смотрите, сколько мы травим. Круто. Все. Иди сюда, акуленок. Мы даже рыбу-меч можем теперь хавать. Все, мы выросли. И мы теперь полностью довольны всеми дарами природы. Так, 5. Ого, ребят, мы выросли. Посмотрите. Опять эти машинки подводные, ребят. Но мы машинки не можем. О, и акул не можем. Ребята, нам нужно только кушать маленьких акуленков для того, чтобы вырасти. Потому что нам уже опять начинают хавать средние акуленки. Так. А для этого мы, наверное, давайте найдем машин. Все, теперь мы хаваем всех. Ха-ха-ха, теперь никто меня не ест. Теперь я всех съедаю только. С легкостью проглатываю. С легкостью. Вау. Ох, ребята, корабль яхта, решил, мы пока еще не можем проглотить. Так, отлично, отлично. Ох, акулён. Акулята, идите сюда, мои маленькие. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, какие же вы вкусненькие. Иди сюда, всех сюда. Ого, ребята, я 15 метров в длину. Ох, корабль на дне. Мы уже на дно, ребят, попали. Посмотрите, на дне корабль. Нам реально надо вырасти, наверное, и мы сможем тогда вот эти большие корабли кушать. Я так думаю. Но пока еще точно не знаю. Так. Мне уже нечего кушать. Дайте, пожалуйста, поесть. Дайте, пожалуйста, поесть. Нечего кушать. Пожалуйста. Ого, видели новые корабли. Какой-то дно стало. Ох, какой титаник плывет. Ого. Вот это выдает. Смотрите, ребята, какие корабли. Но мы уже с вами умные детки. И обязательно должны... Ох, мы съели половину корабль, ребята. Круто. Мы должны съесть. Ребята, мы всех кораблей проглотили. Практически, кроме самого большого. Ух, уже и большие ребята съели. Вы видели? Вот это да, вот это мы с вами наелись. Так, ну что ж, продолжаем дальше нашу замечательную игрушку. Что у нас здесь дальше? Здесь у меня опять 1,5 метра в длину. За нами уже сразу ракеты. Нам нужно есть маленьких черепашек. Ребятки. Ой. Опять стали маленькими. Нам, короче, не надо попадать на ракеты, потому что за нами война идет. И на нас пытаются открыть охоту. Видите? Пытаются открыть охоту, таким образом хотят попрепятствовать тому, что мы вообще живем и наслаждаемся такой вот красивой жизнью.
Так, я думаю, скоро мы научимся кушать машину. И нам будет уже намного проще играть в эту игру, потому что сейчас, на данный момент, играть довольно-таки сложно. Так. Когда я уже... Ай! Когда я уже стану машинки кушать, подскажите, пожалуйста. Когда я уже начну машинки кушать. Дайте мне машинку какую-нибудь есть, пожалуйста. Да что такое-то, ребята? Дайте, пожалуйста, мне машинку. Так, 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 подождите секундочку. Сейчас, 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 сейчас. Так, отлично. Игра пошла. Игра пошла. Пошел, пошел. Вау! Вау! Да. 3 метра. О, все, ребята. Все, посмотрите, мы поставим машинки. Мы намного быстрее с вами. Мы будем убегать от этих нехороших ответов. Ой-ой-ой, меня хотят съесть. Мы поддаемся этому соблазну. Я не хочу, чтобы меня поймали в зоопарке и держали в клетке. Я хочу быть свободным. Так что, ребятки, извините, а я буду все равно от вас постоянно убегать, убегать. Потому что таковы правила нашей жизни, таковы правила этой судьбы. Ай, бегите меня с корабля, убегите. Все, мы прошли с вами этот уровень, круто. Ну что ж, передвигаемся на другой уровень, ребятки. Поехали. Так, ребята, мы 64 сантиметра, и мы опять маленькая рыбешка. Это какая-то рыбешка. Так. Отлично, получаем за это рыбку. Получаем за это рыбку. Ай! Если с мечом я прыгаю, то еще больше, да? Получается, мне рыба сыпят. О, ребят, мы уже можем ведро снести. Ха-ха, ребята, мы забрали у него ведро. Круто, ребят, посмотрите, мы в зоопарке. Мы уже всех моржей поели, ребята, вот это прикольно. Человека, ребята, съели. Там человек плавал. Сожрали. Вы представляете? Вы вообще себе можете представить такое? Да. И этого человека съели. Да, ребята, мы уже съели. Ух, иди сюда, морж, морж. Морши. Вау. Ох, да, мы в море плаваем. Отлично. Отлично. Акуленки, акуленки. Оп, машина. Спасибо. Так вот, я люблю кушать много. Ого, ребят, посмотрите, что я могу съесть. Посмотрите, как мы сжираем. О, мы уже можем... А, истребитель, посмотрите, сейчас выйдет. Быстрее убегайте. О, там уже киты большие. Нас хотят подстрелить. Он уничтожил своего вертолета. Ого, ребята. Отлично. Так, истребителя пока мы кушать еще не можем, ребятки. Так что, надеюсь... О, все, мы можем кушать кита большого. Идите сюда, киты, всех съем. Мы уже истребителя можем купить. Да. Ха-ха-ха, съели. Съели истребителя, ребят. Круто.
Так, 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 подожди. Опа. Ой-ой-ой-ой, нас уже тут кусают. О, мы можем хавать. Всё, иди сюда. Нас там кусают, ребята, не видели? Нас там кусают щупальца огромные. Вот это мы вырезали, посмотрите. Тупо всех сжираем. Подводная лодка. Надо съедать подломочки или шлюпки. Подводную лодку мы еще пока хавать не можем, ребятки. Пока еще не можем, потому что еще пока мы не такие большие. Зато уже пассажирские самолеты, ребят, побеждать. О, город съели, отлично, отлично. Пи-п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 и. Лодочки, лодочки, лодочки. Я вас все равно уничтожу, я вас все равно съем. Так. Ах ты ж мама. А ну-ка. Ай, ай-яй-яй-яй. Так, 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 так. Детский самолет, это, конечно же, хорошо. А как у нас дела здесь обстоят с лодочками подводными? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, они еще, мы их еще пока не можем слушать. Они нас сейчас съедят, подстрелят. Давайте плавать. Да. Круто, круто, круто. Вот это я понимаю. Да. Пошла. Вот это. Это, ребятки, пошла. Да. Ого, вау, ребята, посмотрите, какие. Все, мы можем плавать подводные лодки, ребят, круто, посмотрите, 124 метра. Так, ребята, дайте мне, пожалуйста, скушать вкусненькую, вкусненькую штучку. Вау, 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 вау. Отлично. 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 Буль, 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 буль. Вау. Так, это, конечно же, все хорошо. Ребята, надо такое. Вау, 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 что такое-то? Дайте мне, пожалуйста. Есть еще погода. Буль, 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 отлично. Огонь, огонь, ребятки! Ладно, да, подождите, дайте мне еще съесть. Еще совсем чуть-чуть надо съесть, ребята, и мы возьмем этот уровень. Давайте будем давать подводку. Всех нам дают. Мы съели самый большой лайнер и выиграли. Отлично. И таким образом мы прошли этот уровень с вами, ребятки. Давайте дальше. Посмотрим, что нас ждет дальше. Ребята! А здесь дальше, посмотрите, что. Здесь, короче, такая штука. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут, короче, на айсбергах что-то там случилось. Тут вещают, что есть какой-то опасный вид акулы, что есть какой-то вирус, и его надо уничтожить.
И мальчик с ученым пошел и выпустил эту ужасную акулу в море. Давайте посмотрим, что же здесь. И мы теперь вот этой маленьким акуленком будем плавать. Мы маленькая-маленькая микробактерия. Маленькая-маленькая. Так. Мы даже не можем ничего кушать, ребята. Мы можем кушать малюсеньких-малюсеньких рыбок. Так, ну давайте посмотрим. Так, куда же мне плыть? Где съедобные моллюски, ребят? Подскажите. Чтобы я кушал. О, отлично. Так. О, отлично. Отличненько. Да. О, ребята, мы растем. Видно прямо, как мы растем. Мы быстро растем. Мы уже можем кушать, смотрите. Разных таких уже молекулы какие побольше. Смотрите. Круто. Мы уже довольно-таки большие. Ого, это мы так быстро растем. Посмотрите, какие мы уже. Ха-ха-ха, мы крутая акула. Мы крутая акула, да. Так, 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 так. Отлично, отлично, ребята. Просто отлично. Так, всех давайте бактерии покидаем. Мы принимаемся за какие-то уже, наверное, нам нужно уже какие-то жучков кушать. Все, ребята, теперь мы можем самых креветок кушать, самых маленьких рачков разных. Так, давай, давай. Ого, там какие, ребята, личинки, посмотрите. Там какие-то личинки побольше плавают, которые могут меня попросту уничтожить. Ребят, это уже не шутки. Это уже не шутки вам шутить. О, ребята, вы слышали, как я рычу? Так, так, так. Ой. Так, давайте с вами, наверное, все-таки мы же с вами должны пройти этот уровень обязательно. Для этого нам нужно больше кушать этих рачков. Чтобы нам попались какие-то побольше рачки. Я думаю, скоро мы начнем хавать вот этих моллюсков, которые побольше. И таким образом будем набирать мышечную массу, которая еще больше. Ну, когда я уже... Я 520 микрометров уже. Когда я уже начну кушать этих больших моллюсков? Пожалуйста, моллюсочки. Где же вы? Хочу вас кушать. Ам-ня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 м
давай, 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 тихо, тихо, тихо. Ой, 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 будет укусить нас раки. Мне уже мало вот этих моллюсков. Давайте мне что-то побольше. Я уже хочу рака съесть. Такого ракоподобного какого-то такого. Чувак там. Ох, посмотрите, какое злое, ребята. Все, идите сюда. Ха-ха-ха-ха. Все, теперь ракоподобных я хаваю. Они теперь мне не мешают. Иди сюда. О, там еще ракоподобные какие-то, ребят, которые еще больше нагрузка. Да, есть и такое. Мям-мям-мям-мям-мям-мям-мям-мям-мям. Так, теперь нужно нам собрать еще. Ой-ой-ой, попали на подобного большого какого-то моллюска, который просто хочет вырыть. Но мы ему не дадим. Мы сейчас вырастем и сами съедим его, ребята. Да, 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 скоро мы съедим его. Ха-ха, все, съели ракоподобного, ребята. Мы можем хавать всех, кого захотим. Посмотрите, мы его съели. О, посмотрите, сколько здесь ракоподобных. О, большой рак, ребята. Большой рак уже, настоящий рак. Большой рак, большой рак. Уже надо скрываться, ребят. Это уже большой рак. Будет нас хавать сразу же. И все, ребятки. И мы уже не сможем выбраться наружу. Отлично. Ох, ох, тихо, тихо, рак, ребята, рак. Рак. Так, отлично, отлично, отлично. Отлично. Ого, ребят, посмотрите, какой у нас рот, он скоро рак, который нам мешает. Вот это круто. Где же он, этот рак? А, ребят, я хочу его съесть, я хочу ним уже пообедать. О, нет, еще не можем его покушать. Ну подожди, рачок, сейчас я вырасту, совсем чуть-чуть не осталось, я обязательно тебя съем. Подожди, подожди, подожди. Так, осталось 5 секунд, все. Мне кажется, мы можем теперь рака съесть. Нет, еще не можем. Ауч, больно. Он меня ущипнул своими щупальцами, этот рак. Так, так, так. Ребятки, а давайте с вами сделаем какую-то диверсию, чтобы было интересно. Например, надо как-то рака заманить, и если я его не могу съесть, сделать какую-то ему подлую штуку, чтобы он запомнил навсегда, что меня щипать нельзя. Чтобы он понял, что это такое. Ребята, когда я уже стану... О, всё, ха-ха-ха-ха, ребятки. Я теперь съедаю раков. Я теперь хаваю раков. Круто, 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 круто. Иди сюда, дорогой. Так, отлично. Вот еще один рак. Уплыл, испугался меня. Наверное, испугался. О, вон рак. Опа, иди сюда. Рачок. Так, кого еще съесть? Сюда, иди сюда. Ох, второй рак. Отлично. Отличненько. Вот так вот, иди сюда, дорогой. Вот это у нас рожа. Посмотрите, какую мы морду откормили. Ребят, ого. Мы уже можем кушать раков всех подряд. Посмотрите. Все раки. Ой-ой-ой-ой. Всех раков можем хавать. Вау, я на птичке летел. Видели? Но селедку пока еще не можем кушать. Нам нужно еще больше вырасти, чтобы кушать, наверное, селедочку и вот этих птиц. Ой-ой-ой, ребята. Все, я только-только 12 сантиметров. Вау! Так, селедка еще меня
хавает, так что мы будем пока кушать полторачку. Так, хороший рычат тут, ребята. Я тоже хочу рыбки, я тоже хочу рыбки. Мне надоело кушать раков, дайте мне рыбку, пожалуйста. Можем селедку кушать, да, среднюю. Отлично. Ох, отлично. Все, селедка наша, ребята. Ха-ха-ха. Я всю селедку съел здесь. Отлично, отлично. Все, селедочка теперь наша. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, ребятки. Мы прошли с вами этот уровень. Просто супер. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был Юра, вы были на канале Вечное Детство, ставим пальчик вверх, оставляем комментарий и обязательно подписываемся на мой канал. В следующей части мы дойдем до конца, я так думаю. Если получится у нас, то мы пройдем уже эту игру. Так, ну что ж, дорогие друзья, до скорых встреч, пока-пока.